Не навреди. Это мое основное правило. Не навреди. Чего бы это ни касалось. Всего в нашей жизни. Не навреди. Даже когда ты просто разговариваешь с человеком, рядом с тобой точно такой же человек, как и ты. Он может обидеться, он может не так понять тебя, он может быть в другом настроении, нежели ты. Вот даже, казалось бы, такая простая ситуация. Мы общаемся, да? Вот не навреди, не обидь, ну и так далее.